Господин Кимита, что прикажете подать? Что-нибудь японское. Тогда я тоже попрошу японское блюдо. Я тоже. И я. Я тоже попрошу японское блюдо. Простите за ожидание. Какого хрена? Японская еда. Я слышала, вы раньше питались такой дрянью. Мы уважаем вкусы простолюдинов. Даже простолюдины Ролтон не жрут каждый день. Что еще за презрительное цыканье? Так значит, вы отказываетесь есть блюдо? Ты еще спрашиваешь? Господин Кимита. Чего? Какой необычный аромат. Это... еда? Вы че, Ролтон, что ли, не ели? Ролтон? Вы знаете, что такое рамен? Ну, мне... о нем рассказывали. Рассказывали? Ну, это рамен быстрого приготовления. Его упрощенная версия. Добавил кипяток и треской. Нужен лишь кипяток? И блюдо уже готово? Леди Рейка, это уму непостижимо. А почему на емкости написано так много слов? У нас дома есть старинная японская фарфоровая посуда, которая украшена надписями. Ролтон со вкусом курочки. В любом случае, мы частенько едим такое. Надо же! Это настоящее блюдо! В нем полно ингредиентов! Это, наверное, креветка. А что это за желтые и коричневые штучки? Благодаря кипятку блюдо принимает такую форму. Как это происходит? Если хотите, можете попробовать. Леди Майя, вы первая. Нет, Леди Кая, после вас. Леди, давайте его поделим. Те, кто хочет попробовать, пожалуйста, подойдите поближе. Да? Будьте добры. Как пожелаете. Подождите, пожалуйста. Раз мы имеем честь отведать угощение господина Кимита, обычные фарфоровые тарелки недостаточно торжественны. Что? А не слишком ли вы? Давайте достанем нашу лучшую посуду. Так это и есть тот самый Ролтон, которым питаются простолюдины. А какой же он на вкус? Невероятно утонченный аромат. Ну, вкус-то уж точно их не обрадует. Огромное вам спасибо, господин Кимита. Да не за что. Ну что ж, приятного аппетита. Приятного аппетита. Прелесть. Да ладно, сфигали. Никогда ничего вкуснее не пробовала. Сочетание острого бульона и текстуры лапши придают блюду поистине уникальный вкус. Я бы ела его каждый день. Это был действительно бесподобный опыт. Я никогда не забуду этот день. А все те божественные вкусы, которые я сегодня ощутила, я буду помнить до конца своих дней. Из-за какой-то еды они устроили целый праздник.